Фундамент Казгородской средней школы был заложен в 1979 году. С тех пор здесь проводился лишь небольшой ремонт. Но только сейчас здание будет капитально отремонтировано. На эти работы из областного бюджета выделено 285 миллионов тенге. На сегодняшний день в строительстве задействовано около 20 человек и спецтехника. На данный момент демонтажные работы на 50% выполнены у нас. Параллельно мы вышли на наружную отделку здания, то есть зачистка полностью всего. Со следующей недели у нас уже начнутся отделочные работы, наружная отделка и внутренняя. До 15 августа у нас срок сдачи. В принципе, по графику у нас все ровно, успеваем. В Казгородской школе обучаются 204 учащихся. К их радости, после капитального ремонта школа будет оснащена новой мебелью и компьютерами. В рамках проекта «Аул Ельбесага» ведется капитальный ремонт школы. Интерьер кабинетов расширится. На территории школы также ведутся работы по благоустройству. Кроме Казгородской школы, в районе планируется провести капитальный ремонт школы в селе Абай. В ближайшие месяцы начнутся строительные работы. Анель Бесенбаева, Абзал Балтабаев, Жамбыл Балтаев, Кокшиакпарат.